Добрый вечер, дорогие друзья, и мы с вами попробуем порешать задачи из ЕГЭ. У нас есть задача номер 17, и давайте прочитаем ее условия. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции или используется символ или, а для логической операции и используется символ амперсанд. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети интернет. И теперь, что нам требуется? Какое количество страниц в тысячах будет найдено по запросу в шахматы? Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно. Ну, далее нам не нужно. И теперь давайте посмотрим. У нас есть запросы шахматы и теннис. И нам нужно найти, чему равен запрос просто шахматы. И давайте теперь нарисуем два небольших круга. Первый круг у нас это шахматы, а второй круг это у нас теннис. Давайте пронумеруем наши зоны. Это зона 1, это зона 2, это зона 3. Что нам известно? Нам известно, что шахматы или теннис дают 7770 страниц. То есть это зона номер 1, зона номер 2 и зона номер 3 одновременно дают нам 7770 за страниц. Давайте напишем это. 7770 равно 1 плюс 2 плюс 3. Запрос теннис нам дает 5500 страниц. То есть это 2 плюс 3 равно 5500. 2 плюс 3 равно 5500. Дальше у нас идет запрос шахматы и теннис. То есть должны выполняться два условия одновременно. Это зона номер 2. То есть зона номер 2 у нас равна 1000. А нам нужно найти зону шахматы. То есть нам нужно найти 1 плюс 2. 1 плюс 2 равно неизвестно чему. Итак, что же мы будем делать теперь? Теперь мы можем посмотреть на наше первое выражение. Это где сумма всех зон равна 7700. И можем увидеть, если из 1 плюс 2 плюс 3 вычтем 2 плюс 3, у нас останется только первая зона. И к этой первой зоне мы должны будем прибавить вторую. И получится у нас общий запрос шахмат. Давайте это сделаем. 7700 70 минус 5500. Это у нас будет. Это у нас будет 2270. И теперь нам нужно 2270, это первая зона. И теперь первое плюс второе равно шахматы. Давайте это сделаем. Получается 2270 плюс 1000. Получается наши шахматы. Это получается 3270. Что и требовалось нам найти. Спасибо за просмотр. До свидания.